Добрый вечер. Это проект «Совещание» на Первом городском телеканале. Сегодня говорим о криворожской экологии. Общаемся на эту тему с заместителем начальника управления экологии городского исполнительного комитета Ирина Федоровна Савинова в студии. Здравствуйте. Здравствуйте. Много тем вам приготовили. Некоторые темы, которые имеют такую достаточно долгую историю, хотели бы узнать, чем развиваются эти темы. Некоторые актуальны, поэтому, наверное, перейдем сразу к вопросам. На слуху возврат оплаченных ArcelorMittal Кривой Рог денег по решению суда. Так ли это? Расскажите вообще всю предысторию, как все это начиналось, потому что много таких сейчас тем в массовой информации мы пытаемся показать, но не за всеми темами люди успевают уследить. Что за история с деньгами Арселора и почему их нужно вернуть назад? В 2016 году в сетях интернета, в других средствах массовой информации были сообщения о том, что предприятие ArcelorMittal Кривой Рог за загрязнение атмосферного поветра должно было відшкодувати збитки, так называемые. Вот на основании решения суда, которое приняло это решение, было выплачено Арселором 72 миллиона, немного больше 72 миллионов гривен. Выплачено кому? Эти деньги идут в фонды охраны окружающей среды. Это державный бюджет, областной бюджет и наш местный. Да, там соответствующая пропорция, как по законодательству предусмотрено. Государство 10%, область 55% и город 25%. Позвольте в этой истории немножко разобраться. Вот это решение суда. Это была какая-то единоразовая история с экологическими выбросами? Почему суд решил, что Арселор должен вернуть эти деньги? Была на это причина, было какое-то время или что-то произошло такое экстренное? Ну, это было подання Державної екологічної інспекції в Дніпропетровській області, яким було виявлено загрізнення. І підтверджено також громадськими общественними організаціями Дніпропетровська, Кривого Рога. І тому це було як побіда, торжество справедливості. Скільки Кривому Рогу з 72 мільйонів досталось? 25% – це чуть більше 36 мільйонів гривень. Але потім ситуація кардинально змінилась. Арселор вирішив, що они не должны все-таки этих денег вам платить, подали апелляционную жалобу, да? Кассационную жалобу в суд, и суд принял, другой суд принял решение об отмене. То есть сначала деньги перешли на государственные и местные муниципальные счета, а теперь с этих счетов вся сумма 100% должна вернуться назад Арселору. Вот буквально несколько дней назад мы получили предупреждение от Арселора о том, что мы должны сумму, которую они нам сплатили в наш местный фонд, вернуть Арселору. И если это не будет осуществлено в течение 10 дней, то еще процентная ставка возрастает на 10%. То есть дополнительно к 36 миллионов еще, да, пеня 3,6. Скажите, загрязнение это фактически есть? И получается так, что с этими загрязнениями, имея вот такие решения суда, можно загрязнять город. Я знаю, что 80% вообще загрязнения окружающей среды, особенно воздуха, это все делает Арселор, как раз исходя из своей специфики производства. В отличие, допустим, от ГОКов, у которых не совсем так много выбросов, как конкретно при производстве стали и чугуна. Так это или нет? Ну, вы правы. Оценка загрязнения окружающей среды, именно атмосферного воздуха, говорит о том, что 80% выбросов по всему городу – это выбросы именно ArcelorMittal Кривой Рог. И штрафовать их за это, получается, нельзя? Если будет выявлено какое-то нарушение, то будет опять подання и будет принято решение. По судебной системе, если обратиться еще к суду, допустим, вы же можете защищать себя, что все-таки они были неправы? Или это уже все, окончательное решение, которое обжалование не подлежит? Сейчас этот вопрос рассматривается нашими управлениями. Управление горосполкома – это юридическое управление, финансовое управление, наше управление. Ну, решение как такового будет принято немного позже, на основании анализа. Тогда поговорим о теме насущной, теме сегодняшнего дня. Вот то, что ту информацию, которую имеют наши корреспонденты, ту информацию, которую доносят все эти депутаты некоторые из депутатов городского совета, это сброс фекалий водоканалом
на юности в районе 5-й городской больницы. Прямо в реку Саксагань влилась канализация открытая. Я хочу услышать ваш комментарий по этому поводу. Кто в этом виноват? На каком этапе решения этой проблемы? Потому что в тот момент, как эти сточные воды текли в реку, были взяты анализы как в месте вброса, так и дальше по течению на расстоянии около там, 100 метров. И были обнаружены паразиты, сальмонелла, что, как утверждают активисты, доказали лабораторные анализы. Знаете ли вы что-то об этих лабораторных анализах, как относитесь к ним, и как, и что вообще знаете, прокомментируете по поводу этой истории? Ну, о сложившейся ситуации мы знали от сообщения депутата, который занимался этим вопросом. Именно по нашему приглашению были вызваны туда лаборатория по Министерству охраны здоровья и специалисты Государственной экологической инспекции в Днепропетровской области. Они взяли пробы, но результаты этих анализов у нас в управлении экологии нет, ими владеет только человек, который заплатил, как говорят, за эти пробы. Ну, то есть это договорные отношения, понимаете? То есть вызывается как частная лаборатория? Да, лаборатория, получается, должна этому человеку предоставить... А кто этот человек? Ну, это депутат Горсовета Петрухин Антон Силовдович. На данном этапе вот этот выброс, он как-то был локализирован? Или что происходит в этом месте? Что происходит? Ведется ли какая-то работа с водоканалом? Какие-то штрафные это санкции? Вы как управление экологией? Это был самотечный канализационный коллектор, то есть он небольшого напора. Засор там произошел из-за того, что ну, ненужные посторонние предметы были в этом самотечном коллекторе с изливом на поверхность. Ну, река оказалась недалеко, скажем так. Мы, кроме лаборатории и инспекции, приглашали и Кирбас-водоканал. Кирбас-водоканал на тот момент уже работал по ликвидации затора и по возобновлению действия этой сети. В течение часа мы получили информацию о том, что было локализировано. То есть выток уже был прекращен. Вообще, в каком состоянии сейчас водоемы, реализация уже начатых проблем, проектов на водоемах города, планы на будущее? Лето не за горами, где можно купаться, в каком состоянии реки, потому что реки то чистятся, то опять природные, неприродно загрязняются. Вот о воде Криворожской хотелось бы поговорить с вами. Ну, давайте тогда начнем с наших больших планов на будущее, коль мы заговорили про речку Саксагань. Мы имеем амбициозные проекты по расчистке русла реки Саксагань. В каком именно месте? Речь идет о расчистке русла речки Саксагань, начиная от Макортовского водохранилища, это далеко за пределами города Кривого Рога. Это за Сивгоком, там дальше? Да, это дальше, это Кировоградская область. И заканчивая нашим городом. Но поскольку мы можем говорить только за наш город, то в следующем году мы выделяем 300 тысяч для того, чтобы был разработан проект по расчистке русла в территории, в межах территории нашего города. Что это даст для города, вот такая очистка? Ну, будет улучшено гидрологическое состояние речки, будет большая проточность речки. Но особенно это было бы заметно и имело бы больший эффект, если бы была подача с Днепра через Макуртовское водохранилище и дальше по всему руслу речки. Тогда бы комплексно решались проблемы не только города Кривого Рога, но и всех вышележащих, так сказать, населенных пунктов. А те объекты водные, которые находятся в центре, есть, допустим, в районе там, рынка терминала Ставки, есть речка, которая в парке Мершавцева. Планируются ли какие-то очистки? И в каком вообще состоянии вот эти вода в этих местах? Потому что у нас город промышленный. И если для городов курортных, любой водоем, он считается доступным для того, чтобы можно было в нем купаться и использовать его для других нужд. Вот что за вода в Кривом Роге? Насколько за ней следят и в каком она состоянии? Ну, зрители нашего города, вашего телеканала, наверное, знают о том, что работа по расчистке русел речек, русел, вернее, водоемов, она проводится комплексно, начиная, наверное, с 2011 года. В 2016 году по проекту «Запобегание подтоплению
території та відновлення гідрологічного состояния річки Інгулець в Центрально-Гарадському районі була построєна плотина. Для чого була ця построєна плотина? Для того, щоб можна було регулювати об'єм води і витрати, які йдуть по річці. Це та, яка розташована на новому мосту на Гданську? Це вулиця, да, Старовокзальна вона тепер називається. Угу. Раніше Урицького була, тепер Старовокзальна. Вот. То есть благодаря этой плотине у нас есть надежда на то, вернее, мы даже уверены в том, что не будет осуществляться потопление частных приватных домовладений, которые находятся на правом берегу реки, ниже по течению, улицы Машиностроительная, Челюскинцев, Тихая, Рылеева. Ну, это больше как бы вы сейчас минимизируете опасность именно для домовладений, а для экологической ситуации с водой. Есть какая-то угроза сейчас, допустим, что вы как служба, как управление экологией города, ну, держите это под контролем? Под контролем у нас все практически водоемы, которые находятся на территории города, они под контролем. Но я хочу сказать, что это водоемы, они у нас загальнодержавного значения, общегосударственного значения. Потому большое значение имеют те вопросы, которые принимаются на уровне Государственного агентства водных ресурсов Украины. Кроме вот этого проекта, который я уже назвала, вы уже говорили, стопки в районе терминала, расчистка. 2017 год планируются работы по завершению расчистки берегов второго ставка, это который ближе к парку Богдана Хмельницкого. Вместе с реконструкцией парка Богдана Хмельницкого там получится красивый уголок, удобный для отдыха. Можно будет купаться в таких ставках? Или все-таки мест для купания на территории города будет мало? Это будет как место отдыха возле воды, потому что много зависит от того, какое качество воды, правильно? А вода здесь у нас не проточная. Давайте тогда от вопросов воды перейдем к вопросам загрязнения атмосферы, загрязнения воздуха. Вопрос, который волнует каждого. Что делается для решения этой проблемы? Мы уже обсудили Арселор. Ситуация для меня, конечно, непонятна. Один суд принимает решение и штрафует, второй суд забирает деньги назад. Странно, ведь действительно предприятие наносит достаточно серьезный экологический вред как и природе, так и в целом Кривому Рогу. Самое главное – здоровью каждого криворожанина, вне зависимости от того, где, даже где он проживает, в каком из районов, потому что действительно на весь город, исходя из специфики промышленных производств, находится в такой зоне постоянной экологической такой опасности. Каждого это касается, тут никак не застрахуешься, потому что все мы дышим одним воздухом. Можно ли за этим следить и почему Арселор вот достаточно так социально не настроен или может наоборот настроен? Я не знаю их взгляды на этот вопрос, нам не всегда может удается. Может быть, стоит пригласить их и услышать с ними пообщаться. Вот я вашу позицию как управление экологией, почему хотел бы это задать вопрос? Потому что сейчас к этому подключились ряд всевозможных частных, ну, частных в плане того, что не государственных, всевозможных объединений людей, которые, допустим, досыть Труит и Кривый Риг было такое, когда они блокировали въезд на Арселор. Дает ли это результаты? Сотрудничают ли они с вами? Существуют ли они сами по себе? Какую вы работу ведете над тем, чтобы деньги одно, это что там суд решает, а то, что фактически какие выбросы есть, следите ли вы за ними? И что вы делаете против того, вернее, для того, чтобы их было меньше? Я бы хотела начать с того, что сказать, что не только ArcelorMittal выбрасывает, хоть его 80%, но остальные предприятия крупные, горнодобывающие предприятия в основном, они тоже вносят каждый свой вклад. И кто где живет, тот и получает влияние, свою зону, да, да, ближе от того предприятия, которое есть. Не в защиту Арселора, но просто хочу отметить, что в 2016 году были газоочистные остановки у них, модернизированы, установлены новые установки. Это конвертер 6 в конвертерном цехе. Потом нагломашина 6 наглофабрики. Работают они и с другими пылегазоочистными установками по модернизации. Но видно, что этой работы вот недостаточно.
для того, чтобы локализировать эти 80%, которые они выбрасывают, чтобы их снизить. Ну, я почему вам этот вопрос задаю, потому что если бы даже мы пригласили сюда в студию представителей ArcelorMittal, ну, все равно, это, понимаете, представители комбината, они все равно бы, наверное, защищали свои позиции, говорили, что все хорошо, все замечательно. Вы контролирующий орган, поэтому хоть как-то у вас есть какая-то информация. А что касательно мощности предприятия на данный момент? Оно работает на полную или от этого просто тоже зависят выбросы? Потому что вот ошибаюсь, может нет, вот в период начала экономического кризиса, вот который там 3-4 года назад начался, ну, был такой спад производства ввиду спада спроса на продукцию. И говорят, что не так давили. А потом спрос на продукцию возрос, и опять все работает на полную катушку. Ну, я вам не могу сказать по поводу мощности комбината. Мы просто знаем, что последние годы они немного нарастили свою мощность. А на полную или проектную мощность работает комбинат? Полагаю, что не на полную. Ну, давайте тогда поговорим о программе городской экологической. Я так понимаю, что Арселор тоже каким-то образом относится к ней. И относится, наверное, естественно, потому что должен принимать участие, потому что именно он является тем... Ну, Арселор один из исполнителей мероприятий, которые заложены в нашей природоохранной программе. Если вкратце, 4 минуты у нас осталось. Какие результаты выполнения мероприятий этой программы? Можно ли уже подвести какой-то итог за 16-й год, что сделано согласно программе? И какие есть предварительные первые результаты? Ну, я хочу сказать, что 3 месяца для подведения итога программы – это вообще-то маловато, но в целом по проведению природоохранных мероприятий в течение года мы имеем некоторые позитивные результаты. В частности, вот стан загрязнения атмосферного поветра, да, он определяется индексом загрязнения. Если у нас индекс загрязнения в прошлом году был 14,18, он в процентах измеряется, то в этом году 8,73. То есть мы имеем позитив 38%. А у вас есть какая-то цифра, до которой вы хотите дойти? И какой он должен быть, вот по вашему смотрению? Нет такого понятия, какой он должен быть. Но единица – это лучше, чем 12 или 40. Угу. Как эта программа работает? Что в планах на этот год? Что, если можно вкратце, собой она представляет? Потому что под понятием программы каждый телезритель понимает себе что-то разное. Что у вас запланировано за мероприятие вот до конца 2017 года, что может даст какой-то результат либо в процентном соотношении, либо в реальной жизни? Ну, это нормативный документ, который регламентирует нашу природоохранную деятельность нашего города на ближайшие, до 2025 года. Естественно, программа составлена таким образом, чтобы иметь положительный результат. То есть мы ожидаем уменьшения выбросов, уменьшения, улучшения состояния водных ресурсов, уменьшения размещения отходов, объемов этих отходов. Ну и ожидаем, что мы добьемся всех этих результатов только совместно с общественностью, совместно с науковцами, совместно с теми же самыми предприятиями, которые регламентируют себя, позиционируют себя как социально направленные предприятия. А как вы вообще реагируете на то, что общественность вот подключается к решению, выявлению каких-то вопросов? Может быть, там, где вы не успеваете, может быть, там, где вы не видите, может быть, там, где это в экстремальных случаях происходит здесь и сейчас. Вот как вы реагируете на то, что кто-то где-то проводит какие-то акции помимо вас? Я хочу сказать, что общественность, она сила, как бы то ни было. Не как бы то ни было, она сила. И к мнению общественности прислушиваются и городские власти, и в министерствах, и в ведомствах Украины. Потому совместные действия, они будут наиболее результативны. Как пример хочу привести, вот благодаря совместным действиям с общественностью и со службами контроля у нас был разработан в этом году, не в этом, в 2016 году, порядок взаимодействия при выявлении превышений загрязнения атмосферного воздуха. Это было у нас где-то, наверное, в 4-м квартале уже. И 4-й квартал были комиссионные выезды вместе с лабораторными исследованиями и с определением состояния загрязнения воздуха. То есть это толчок для того, чтобы предприятие более себя ответственно чувствовало и более ответственно вело для того, чтобы
выполнять природоохранное законодательство. Ну что ж, Ирина Федоровна, спасибо за беседу, спасибо, что нашли время побывать в нашей студии. Боритесь за экологию, я так понимаю, что общественность вам будет в этом помогать. Ну и обращаемся ко всем предприятиям, что не забывайте о том, что все, что вы делаете против экологии, это все как-то и на вас, конечно же, отражается, потому что все мы живем в одном большом любимом городе Кривой Рог. Общались о экологии с заместителем начальника управления экологии городского исполкома Ирина Федоровна Савинова была в нашей студии. Мы были, как всегда, в прямом эфире. Вам большое спасибо, что по ту сторону телевизоров были с нами эти все 20 минут. Оставайтесь на Первом городском. Много интересного здесь.